Всем привет! Меня зовут Александр Никулин, и вы смотрите XSA Vlog. В прошлом видео мы с вами погрузились в историю, посмотрели, что происходило в таких легендарных парках, как XSA Backyard, XSA Training, и также посмотрели на стройку прекрасного объекта, который находится за моей спиной. Сегодня этот объект готов, и мы в нем раскатим и снимем на него обзор. Погнали! Пара слов о локации. Парк находится в очень живописном месте на берегу реки Кубань в городе Краснодар. Место называется Тропа Здоровья. Небольшой спойлер на будущее. Около 1500 квадратных метров вокруг этого парка будут в будущем застраиваться спортивные инфраструктуры. А вон Гриха, еще и Грих с ним. Перед вами сразу два наглядных объяснения. Во-первых, почему хорош деревянный парк, а не бетонный. А во-вторых, что такое аэропарк? Аэропарк — это парк, в котором фигуры отправляют тебя высоко в воздух, потому что air — это воздух, здесь можно сделать воздушные трюки. Кроме того, современные технологии позволили компании достичь такого уровня, что данный скейт-парк можно обслуживать в течение 25 лет, что делает его крайне долговечным. На первый взгляд может показаться, что скейт-парк достаточно простой. Пару квотеров, пару фанбоксов и спайн. Но сегодня мы докажем вам обратно, потому что здесь зарыто огромное количество трансферов и всяких крутых сочетаний фигур. Погнали тестить! Совсем скоро мы вам покажем крытый парк в Краснодаре. И именно там Сава научился. Какой трюк? 540 флэйр. 540 флэйр. Будешь жестким делать сегодня? Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Будем смотреть. Пару попыток. Легендарнейший Григорий Ролл. Сегодня тоже с нами, вернулся в Краснодар. От легенды слышу. Респект. Расскажи, пожалуйста, Грих, как тебе этот парк? Парк прикольный, ощущение такое, как будто катаешься в хорошей мини-рампе. Динамика, накат, флоу. Именно вот надо постоянно прожимать. Очень хорошо это качает выносливость. Очень рад, что в Красе появился небольшой, но олимпийского уровня парк, в котором теперь можно будет каждый день кататься, это очень приятно. И порадовали ноу-хау, не видел ни у кого такой интеграции в скейт-парк бетонных столов. Очень качественно смотрится и круто. Ощущается интересно. Ну и вообще каждый сантиметр парка — это произведение искусства. Видно, сделано все с любовью максимально. Еще немаловажный факт. Спот называется «Тропа здоровья», и эта тропа идет ровно от Гришиного дома в этот парк. Ты рад, что у тебя бэк-ярд теперь? Да, такой? Вообще, все. Я возвращаюсь, ребята. Я возвращаюсь. Мустанг вернется. Мустанг в деле. Расскажи, пожалуйста, еще такой вопрос интересный. Роликовый спорт в России жив? Скажем так, фитнесы, да, живы. Много людей просто катаются на роликах, но именно парковое катание – наверное, вымирающий вид. Стрит у нас в стране присутствует. Есть ежегодный контест стрит-финал, который проходит уже больше 20 лет. В Красноярске, в Спортексе, в скейт-парке ролики тоже очень хорошо развиваются. Но если брать целиком Россию, экшн-спорт на роликах, он в андеграунде. Но не в красной книге еще. Да, но он жив, но он так внутри себя варится потихонечку, по чуть-чуть. Но вдруг он станет тоже олимпийским и пойдет какой-то бум. Mm-hmm.
XSA Backyard остается не только в нашем сердце, но еще и в крутых принтах на футболках. Выпустили лимитированную коллекцию таких футболок. Ссылка будет в описании, можно будет заказать. Погнали! Рома Гилимзянов, спортсмен с большой буквы «С». Скажи, пожалуйста, мы находимся в регионе с самой крутой погодой в России. Сколько раз в этом году ты катался в открытых парках? Сегодня был первый раз. А все потому, что в одной из следующих серий мы покажем крытый парк. Туда можно, кроме, записаться на тренировки и отточить свои скиллы на BMX. Это так. Пару вопросов еще к тебе будет. Как тебе эта площадка? Площадка очень офигенная. Я на самом деле скучал по таким масштабам парка. То есть это очень большой парк. Я прям, честно говоря, отвык от таких парков. И я прям скучал. И я рад, что у нас есть такой парк теперь. 180 пульс. Почти предельно. Мы буквально пару дней назад посмотрели Олимпиаду. Да. Трансляцию. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления, как тебе результаты? Результаты, я с ними полностью согласен, но Олимпиада прошла прямо бурно. То есть я сразу для себя решил, что это самый лучший, наверное, контест, который я вообще когда-либо видел. Согласен. Потому что все плюс-минус было всегда похоже, а здесь качественно все произошло по-другому, и как бы давление не спадало долго. Согласен полностью. Ребята, контакты Ромы и как записаться в школу будут в описании. Спасибо, респект, все, круто раскатили. Страшно, короче, перелететь, честно говоря. Просто взял. Еще одна легенда, Саня Белевский, тоже сегодня с нами открывает этот парк. Санек, скажи, пожалуйста, первые впечатления, как тебе эта площадка? Здесь очень все на крутом качестве сделано. Именно сборка, материалы, есть свои фишки. И то, что парк прям очень на качестве, очень крутой. Небольшая совсем площадка, небольшой парк, но он очень летучий и заставляет прям качественно как бы все сжимать и вылетать. Кайф, кайф. Будем тут на регулярной основе кататься? Конечно. Круто. Расскажи, пожалуйста, я недавно слышал, ты выступал на соревнованиях по борьбе. Да. Как прошло? Отлично прошло. Кстати, неподалеку отсюда. Вот, это был такой, можно сказать, дебют. Вот, ну, выступил, да, отборолся, там 5 схваток, 4 выиграл. Круто, офигенно. И еще также, как и кроме, к Саше можно записаться в школу и отточить свои скиллы катания на различных велосипедах, как BMX, так и маунтинбайк. Да, приходите, конечно, двери открыты. Ждем вас и на этой площадке, и на открытой площадке на Зипе. Все ссылки в описании. Санек, тебе спасибо, будем кататься. Yeah. Into the folk, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-thang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. И у нас сегодня звездный десант спортивный. Это Арсений Слышкин и Александр Малаев. Если кто вдруг не знает, кто это такие, это OG спортивные, сейчас состоят в сборной. Санек уже в мужиков перешел, насколько я знаю. А ты перешел тоже в мужиков, он теперь тоже мужик. Сейчас приложим фотографии, где они еще не мужики, вот такие вот маленькие совсем. Парни, скажите, пожалуйста, как вам парк и вообще как вам вайб в Краснодаре снова кататься в аэропарке? Отлично, мне все очень понравилось. Вайб примерно как в детстве, когда 9 лет мне было, примерно так же. Я помню, вы с братом приезжали, да, сюда? Санек, тебе как? Я вообще счастлив, что вернулся парк в этот город. Я надеюсь, что будет что-то еще. В целом вайб крутой, беззаботный, реально как раньше. Надеюсь, Краснодар будет жить в плане бумыкса вечно. И заключительный вопрос, на самом деле очень важный, мне кажется.
мы с вами застали очень крутые времена в плане ивентов в России и в мире, поездили, посмотрели. Как вам то, что происходит сейчас в России в плане ивентов? Вот такой вот прям откровенный вопрос. Очень откровенный вопрос. С одной стороны, все развивается в плане спортивной составляющей, много мероприятий, много ивентов. Но с другой стороны, немножко растерялась та душа, которая была раньше. Но все равно время от времени проскакивают мероприятия, в которых есть этот вайб, бумиксерский, вот именно, о котором Санек говорил. Надеюсь, что в этом плане мы еще вернемся и сделаем красиво всей бумикс-индустрии российской. Обязательно вернемся, следите за новостями. Парням огромный респект за то, что сделали много и для BMX, и для хип-хопа в свои годы. Yeah. Where it takes place, so I now show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass will get smacked. Всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Если вдруг досмотрел, напиши что-нибудь приятное в комментариях. Помоги нам продвинуть это видео. Надеюсь, у нас получилось передать вам атмосферу, этот вайб краснодарский, прекрасный эйр. Деревянный парк в лесу, на берегу реки Кубань, на тропе здоровья. Парни гасили трюки. Я пока что трюки еще особо не гасил. В следующей серии они вас ждут. Мы поедем делать обзор на крытый парк в Краснодаре. Очень интересный тоже объект. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки. И совсем скоро с вами увидимся. Всем спасибо и пока-пока.